Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня будет очень необычное видео, потому что прямо сегодня я, ребятки, вам покажу самые дорогие ID в Stand of 2. Да-да-да, ID! Вдумайтесь, это ID, мало ли кто не знает, что такое ID, ID это циферки, которые указаны сверху над вашим ником. Например, мой ID это 212-034-35. Такого ID ничего не стоит. Но зато я знаю ID, который стоит и 20 тысяч рублей, и 5 тысяч рублей, и 10. И если вам, ребята, нравится подобная рубрика, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Для меня это очень важно. Откуда же я знаю все цены на все ID? Все очень просто. Я или нахожу владельцев данных ID и спрашиваю, за сколько бы они продали, или я сам примерно оцениваю стоимость аккаунта. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Промокод в описании. MyStandOff.ru. Я предлагаю пока что начнем с самых дешевых аккаунтов. Например, вот этот аккаунт, видите, он у меня даже есть в друзьях. Он стоит всего лишь 500 рублей. Мне написал владелец данного аккаунта и говорит: Кентуха, можешь у меня купить. Я ему написал стоимость 500 рублей, он говорит: братан, я согласен, давай бабки. Давайте, ребятки, посмотрим на сам ID. ID 600000039. Да, ID не самый крутой, но тем не менее и не самый плохой. Мне лично данный ID очень-очень нравится, я бы его с радостью купил. КД 1.0, ну, впрочем, ничего необычного нету. Парень даже не откалибровался, впрочем, как и я. Но самое-самое главное, у него еще нету ранга. Это очень огромный плюс, потому что, знаете, когда кто-то откалибровался на Gold 1, потом очень тяжело апнуться до глобала. А вот парень даже не откалибровался, поэтому я вот думаю, а может мне купить за 500 рублей? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Так, ну что ж, давайте идти дальше. Только что мне написали предложение купить данное ID за 1500 рублей. Я вот, ребятки, задумываюсь, а может мне реально его купить? 1500 рублей, это не так-то и много. Давайте посмотрим, что же это за профиль. У парня первый уровень, то есть вы... Обратите внимание на то, что этот аккаунт, скорее всего, специально создан для того, чтобы его перепродать, потому что общее время в игре всего лишь 1,4 часа, потому что этот аккаунт создан не для игры. Он создан для того, чтобы продать его такому человеку, как Кента ПК, и чтобы я его купил. Ну, посмотрите, он стоит в каком-то клане под названием Sizer. Блин, насколько я знаю, Sizer это один около разработчик. Блин, ребята, ну слушайте... Я вот задумываюсь, а может реально купить вот такой аккаунт за 1500 рублей? Посмотри, какой красивый ID. 6666666 и семерочка. И самое главное, парень тоже не откалибровался. Это тоже немаловажно, потому что я смогу сам откалиброваться, как я захочу. Как думаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Недавно поступило предложение купить данный аккаунт всего лишь за 150 рублей. Аккаунт полностью нулячий, на нем ничего нету, посмотрите, вообще ничего. На нем никто ни разу не играл. Абсолютно девственный аккаунт и всего лишь 150 рублей. Блин, какой-то додик сверху пишет. Ох уж эти неадекваты. Слушайте, а можешь его купить и перепродать? Что на это скажете? Так. А вот этот вот ID мне предложили за 800 рублей. Блин, ребята, ну вот это прям ID мне очень сильно нравится. Прям очень заманчиво, всего лишь 800 рублей. Блин, а можешь купить? А можешь реально купить? Так, ну что ж, смотрим, КД 3.3. Блин, это замечательное КД. Общее время в игре 0.6 часов. Ну, как мы видим, опять новый создан аккаунт. И опять он создан только для перепродажи, потому что на этом аккаунте нету абсолютно ничего. Вот, блин, не люблю тех людей, которые создают аккаунты, чтобы навариться на нас. На нас с вами, блин, пацаны, это несправедливо. Блин, а может мне реально купить такой аккаунт и играть на нем всего лишь-то 800 рублей? Конечно, если это правда, мне написали. Блин, ребят, я очень сильно задумываюсь. Как думаете, купить или нет? Напишите в комментариях. Ну а прямо сейчас вы, ребятки, увидите самый элитный ID. Дабы вы не думали, что это вброс, я попросил владельца данного аккаунта записать видео, чтобы вы увидели это ID. Просто посмотрите. Я говорю сразу, это не шутка, это не пранк, и я действительно общался с владельцем очень долго, и сейчас я вам скажу цену этого ID. Ну что же, вот, смотрите. Блин, ну тут, наверное, качество плохое, но это, ребят, видео, чтобы вы поняли, что это не фейк, что это не брос, это видеоролик, видите? Вот он показывает своих друзей, вот он показывает клан, свой инвентарь, ну, впрочем, ничего такого особенного я не вижу. Теперь давайте я вам покажу этот аккаунт в игре и расскажу, за сколько же мне его предложили. Сейчас максимально внимательно. Вот этот вот
офигеннейший, лучший и просто самый топовый ID. И вот этот охренительный аккаунт с крутым рангом. Блин, ребятки, ранг рейнджер, это реально вам не шутки, это очень опупенный ранг. Плюс клан, на халяву сказали клан, плюс онлайн 735 часов. Вот этот аккаунт мне предложили за 17 тысяч рублей. Вот я вам отвечаю, столбом 2000-3000. Я его купил, посмотрите. Ну блин, но 17 тысяч рублей. Ребята, стоит ли оно того? 17 тысяч рублей — это хороший новый телефон. Стоит ли вот этот вот ID нового телефона? Как думаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что для меня это очень важно. Я все хочу красивый ID. Но я вот думаю, блин, 17 косарей, ну это ж дохрена, не? И то он сказал, типа, мне предлагали купить за 20, но тебе, кентуха, за 17. Ну типа такого. Блин, ребята, ну я вот не знаю, посмотрите, и КД вроде бы один. Ну правда, КД низенький, 1.2, это маленький КД. А в обычной статистике 3.56. Блин, даже КД хороший. Блин, пацаны, просто обалдеть. Я не знаю, хочу этот аккаунт. Любимое оружие АКР, МК, ЮМП. Ну, в принципе, нормально. Я с этими самыми оружиями играю. Давайте посмотрим на этот клан. Блин, еще посмотри, какой крутой клан. Вау. Я не знаю, пацаны, можешь реально купить? Посмотрите. Блин, еще клан такой крутой. Посмотрите, в этом клане есть парень, у которого ID 1000015. Блин, пацаны, срочно помогите вашим советам в комментариях. Ну а сейчас, ребятки, я вам покажу просто мою мечту. Вот я не вру. Я мечтаю о таком ID, посмотрите, 8 единичек. Фух. Так, давайте спокойно, 8 единичек, я умоляю, пожалуйста, напиши мне в ВК, за сколько ты продаешь такой офигенный ID. Да, ребят, я смотрю, КД 0.39, да, это хреново, это не просто хреново, это очень плохо, но я готов купить. Сколько стоит этот ID, пожалуйста, просто напиши мне. Пацаны, я не знаю, у кого из вас есть красивый ID, обязательно напишите мне в ВК, потому что я себе ищу для игры максимально крутой ID. Поэтому у кого крутой ID, кидайте скрины и вашу цену. Ну что же, ребятки, в принципе, на такой хорошей ноте мы заканчиваем это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но с предложениями о ID пишите мне в ВК. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.